Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко открывает юбилейный 100-й сезон. На сцене опера Сергея Прокофьева «Война и мир». В репертуаре театра она уже 6 лет, но увидеть этот масштабный спектакль можно нечасто. Постановка открывает фестиваль, посвященный творчеству Прокофьева. Всего в репертуаре театра 5 его сочинений, и все они будут представлены в программе фестиваля. Большой, разноплановый роман. Конечно, но не сложный. Нет, мне кажется, он читается так легко, так просто. И это надо воспринимать просто как историю своей семьи. Мы делимся жизнью, музыкой, эмоциями очень, очень напрямую, очень искренне, пытаясь, так сказать, стереть все барьеры между теми, кто на сцене, и теми, кто в зале.